Я рад приветствовать отважных героев и прекрасных героинь на канале Маку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Kingdom Rush Frontiers. Слышите, как он трепет в моем голосе? Cheers! Вот так вот. Ну давайте пойдем в джунгли. Взял я Кронана, прокачал его малость. Он призывает двух кабанов, у него есть такая способность, он призывает двух кабанов. Он призывает птицу, наверное, ястреб, что-то в этом духе. Он хлещет плетью, видать, он такой, знаете, любитель потренировать животных. И плюс у него есть регенерация, вот все его способности. А, ну он еще призывает носорогов, которые бегут по линии и мочат всех, кто впереди стоит. Так, что у нас здесь? Ты, типа, уверен? Типа, нам что нам сюда? Да, непереживаемо. Не ссы! Сюда нам. Что типа ты боишься? У нас типа здесь безопасная зона. Ну я не знаю. Вот эти чуваки так не считают, походу, что вам здесь безопасно. Так, а нам дали тамплиеров замок. Хорошо. Па-па-ра! Вот видите он какой он, Кронан. Кронан толстожопый варвар. Так, ну что мы будем делать? Где мы будем расставляться? Предлагаю... Предлагаю тут поставить. Вот тут поставить одну. Ну, вот здесь поставить сдерживающую силу нашу. Тут поставить... Тут поставить, например, нам пушку. Хренушку. А тут поставить вот лучников и мага. Что касается здесь, давайте тут поставим воина. Пускай нам он здесь перекроет. Кстати, да, мне писали уже не раз, что можно использовать активные объекты. Да, вот вообще объекты, в принципе. Но я не думал, что можно использовать домики. Оказывается, можно, смотрите, можно призвать такую теточку. Она будет у нас здесь стоять на линии воевать. Они, кстати, довольно плотные ребята. Я вам так скажу. Амазоночки. Их тоже можно будет передвигать, куда нам удобно. Вот, например, сюда, да? Но я так понял, что если она умирает, то надо заново покупать героя этого. Вот, давайте мы посмотрим, кого мы здесь можем поставить. Я поставлю здесь лучника, наверное. Здесь мы поставим мага. Ну, тут можно поставить пушку. Пускай долбит. Ну и все, наверное, хватит. 15 денег у нас остается. Давайте погнали. Вперед, Кронан. Наваливай. Мочи этих пауков. Мочи поганых пауков. Хлещи их своей плетью. Приручай, ё-моё, их. Приручай. Хч-хч. Вы видите, видели, как пошли у нас носороги? Они по пути как бы и дамажат, и станут одновременно. Мизянка, стой! Естественно, мы в первую очередь будем апать наших чувачков в железной броне. Они нам больше всего сейчас нужны. Хрюкают свинюшки. Давайте уже запустим второе движение и пойдем сюда. Тут я могу поставить? О, да. Два золотых у меня осталось, отлично. Какие-то аборигенасы идут. Пошли, мои ребятки! По лайну топтать народ. Часаной народ. Ну, сейчас мы будем на один, наверное, будем все апать. Сотку сейчас накопим. У нас всего 17, да? Мы еще долго будем копить. Огненный дождь! Че, не видали дикари такого, а? Колдунство великого. Я еще не такое могу. Мы вам покажем, что в этих землях вы вам не рады. Вообще не знаю, что они на нас нападают. Смотрите, мы все полностью в сталь закованные, да, как бы, ну... Неужели опыт Майя вас ничему не научил? Потому что
Против закованных сталь практически делать-то и нечего. Даже если вас очень много. Обезьянка! Хлещи их там, хлещи! Кронан! Призывай своих носорогов! Пускай они там устроят бучу-мамбу. АП! Правильно! Листани ему по харе, чтоб знал. А то ишь какой. Так, кто-то идет, с этой стороны идут, и с той стороны идут. Так, нам надо улучшаться побыстрее, потому что, сами видите, да уже с двух сторон. Здесь ребята вообще плохо держат. Если там и пауков еще как-то выдерживали, да, вот за счет этих всех ребяток, то тут что-то совсем туго. Давайте мага тогда улучшим. О, что там нам дали, какую-то ачивку. Die Hard называется. Это Брюса Уиллиса, что ли? Подкол, типа, да? Куда ты идешь, ты, абориген? Стопэ! Огненный дождь! Так, давайте улучшать еще. Мне кажется, это отличная идея. Запускаем еще, ребяток. Что там у нас еще можно? А, 160 надо. 160 денег, у нас чуть-чуть совсем не хватает. Ладно, ничего, мы справимся. Ой-ой, пауки-то пройду сейчас. Дави их кабанами своими. Давайте так и пойдем на эту сторону. Я думаю, здесь уже ребята и без нас справятся с этими вот, с этими чухоморами. Их, правда, тут много. Будем подкидывать им надо людишечек вот этих. А лучников усилим. И вообще надо поскорее лучников, конечно, нам усиление ставить мощнейшее и потом раздавать просто. Раздавать, раздавать. Хлестать им в лицо. Хлестать, хлестать. Ну, типа так вот, не смеются. Так, мы справились, да, вперед, птицы пошли. Так, птицы это значит вот это, вот этих пока мы улучшить не можем. А, это пчелы, да, пчелы, смотрите. Обезьянка! Да ё-моё, да я тебя потыкаю. Отлично. Маги вообще, смотрите, с одного, наверное, с одной плюхи, наверное, они почти с одной убивают. Обезьянка, тварь. Не, ее нельзя тыкать. Не тыкать его, обезьяна, говорит нам игра. Нам можно, кстати, разрушать потихоньку вот эти вот места, но хотя, в принципе, пока нам ни к чему это все, да? Но я уверен, что здесь где-нибудь вот тут начнут прорубать кто-нибудь дорогу. Что-то слишком просто нам здесь много дают полей. Мы, в принципе, вот эти две линии можем вот этими точками держать, которые сейчас мы построили. Нам не просто так дают вот эти вот места. Либо будет напор мощнейший просто. Во-во-во-во, хмырь идет. Ну его нахрен этого хмыря. Давайте куда-нибудь сюда пускай встанет наши. Не будем пропускать никого. Я знаю, что это хилы. Они ауру кидают. Пыщ-пыщ-пыщ, хила и нет. Пыщ-пыщ-пыщ, хила и нет. Огненный дождь! Пипец, мы не можем проколотить. Да, а вы-то что не стреляете? Вам что, радиуса не хватает? Какого бабуина стоите, смотрите на все происходящее? А
теперь магу хватает радиуса. Ну, теперь мы должны забить их легко. Постоим, подождем. Подходи поближе. В принципе, мы неплохо справляемся. Давайте тут тоже поставим наших ребяточек. Улучшим. Какая музычка, да, слышите, там кто-то на барабанах постоянно наигрывает. Так, давайте побольше денег. Так, нам надо улучшать. Улучшайзер. Рананайзер. Надо брать скорее вот этих вот чуваков. Будем улучшать позиции. А то нам не нужны всякие неприятности, вот в виде вот этих вот всяких вот хилов. Огненный дождь! За короля! Ну, вроде пока справляемся, смотрите. Седьмая волна, мы нормально идем. Смотрите, вдвоем идут уже, да, по два получается. Второй-то хилит его. Подальше чуть-чуть встанем, чтобы тут все доставали. Тогда быстро выхлестнем. Ты-то чё лезешь? Пришел такой один. Типа я помогу. Помог, ага. Так, смотрите. Как бы нам тут тоже укрепиться-то, а? Верою. Славною. Пыш-пыш-пыш! Поставлю-ка я улучшение, да, давайте вызовем уже. Уже пора, можно было давным-давно вызывать. Пошли пчелы. Так, у меня соточка есть, можно, конечно, очистить вот эту зону, на всякий случай. Здесь что-нибудь потом поставить. Не знаю, что, правда, но что-то надо. Вообще никакие вот эти пчелы, это даже непонятно, зачем их в принципе здесь призывают. Мы их просто расстреливаем на раз-два. Пауки пошли. Давайте так, наверное, поставим. Так, что дает эта штука? Она дает какой-то рейндж, получается, на 10% увеличивает. Огненный дождь! Так, 200 мне надо. И критикал шанс на 5%. В принципе, тоже неплохо. И все, да? О, смотрите, она ауру дает. Аура, аура, это хорошо, аура. Это ведь хорошо, хорошо ведь. По-моему, очень. Мочи кроном! За всех варваров мсти. Так, 9 из 5. Офигеть, они проходят. Кровь.
Кронан, беги сюда, я перный театр, они же пройдут. Кронан, нет, Кронан! Хлещи эту тварь! Так, давай сюда. Вот это я точно помню, хорошая вещь. Огненный залп отли... Ага! Блин, хрен в шляпе. Что с ним делать-то теперь? Пипец, мне сейчас даже мощи не хватит, чтобы здесь прокачаться, да так, чтобы я мог отпор отдать. Хотя нет, смотрите, ему убили его. Нифига она там выхлёстывает, смотрите, у нее полный фулл хп, и вообще плевать. Молодцом, молодцом она. Держит? Но понятно, что она не сможет весь удар держать. Надо огненную здесь херню ставить, по-любому. Стопэ, хлещи их всех, этих рож. Мочите, ребятки! Так, 320, быстрее, быстрее, надо еще 4 сотки, блин. Офигеть, как много денег надо. Я боюсь, что вот этот угол будет самый опасный. Вот здесь надо было сразу все выставлять. Отсюда начинать строиться и в ту сторону, блин. Боюсь сейчас, короче, когда-нибудь наступит такой момент, когда попрет так много народу, что мы просто не сможем. А нам надо здесь по-любому оборону выстраивать. Огненный дождь! Кого там я, правда, уже стрелял, по-моему, там не в кого было стрелять, но я стрелял. Отлично, 320. Надо 400. Надо огненную шнягу эту ставить, по-любому. Бах, бах, разнесли уже почти его, смотрите, в хлам. И тут тоже бы улучшить. Плюс тут бы лучника поставить, это было вообще. Та сторона вроде ничего, пауки вот эти, это вообще такие паскудливые. Смотри, как быстро выхлёстывают лучники. Ой, хороши, ой, хороши. Архимага можно поставить. Кронан, беги сюда. Огненный дождь. Так. Мне нужно срочно вот эту штуку. Долби всех! Дай! Вообще в клочья порвало, вы видели? Просто порвало мелких с одного. Смотрите, их нету просто. Пипец, это круто! Кронан, бежим сюда! Выпускаем эту всякую погонь. Так, мне еще дофига до огненного дождя, черт. Давайте 240, отлично. Еще лучников поставил, чтобы уж наверняка. Ох, люто, ох, люто. Ладно, там идут, нормально, выдержим. Сразу так до такого уровня апнем. Здесь тоже. Кстати, можем сразу же поставить всех крутых типов. Но я пока этого делать не буду, мы пока лучше проапаем пушку. Она тоже хорошо поможет. Тем более, вот здесь вот этот баф от лучника от этого, да, исходящий. Это просто зверство какое-то.
Смотрите, как они засевают. Эти даже пройти никуда не могут. Просто тупо не могут. Так, что еще апнуть? Что еще апнуть? Давайте апнем еще здесь. Надо вот это апать. Надо вот эти пушки, вот эти все три надо апать на максимум. Короче, я что-то зря распыляюсь. Это надо вот эти апать. Так как у нас сейчас здесь хорошая аура идет, надо поставить здесь мощь. Здесь архимага поставить. И эти тоже бы не помешало апнуть. Ну ладно, посмотрим сейчас. А сколько стоит ап? 150, так дешево. Смотрите, еще радиус увеличивается. Уже, смотрите, на 15 раньше увеличивается. И критикал шанс на 10%. Вообще будет мощно. Ладно, я хочу архимага. Давай, бородатый. Иу, в шмят, в шмяточку. В шмяточку! У архимага что есть? Призывает торнадо. 5 до 5 целей он отбрасывает назад, я так понял. Нанося 40 единиц дамага, да? А это что такое? Критическая масса. Архимаг. Болт. На 35% того, что взорвется цель, я так понял, да? И нанесет 30 магического урона по округе. Давайте по... Ну, то есть в радиусе. 30 уронов по радиусу. АУЕ, короче, дэмэдж. Пускай у нас будет вот эта атака. Пускай призывает смерчи. Деньги. Кронан. Исполняй. Просто размяло. Мне нравится. Вот это вот тут самое, одно из самых удачных приобретений наших было. Тут тоже надо такую штуку поставить и вообще перестанем нервничать. Опа, смерч пошел. Пиш-пиш-пиш-пиш, настреляли. Ща, ребятки, сделаем все. Огненный дождь! На двух хилов, чтобы они там не борзели. Еще, смотрите, тут хилы идут. На 400 мне еще не накопилось. Отлично. Фу-фу-фу, вообще мне нравится. Так, моего там, конечно, уже раздупляют потихонечку. Надо отойти. Давайте критическую массу. Будем творить магию. Вообще мне нравится. Хорошо. Хорошо прям, ребятки. Ой, хороши вы. Просто, мы просто золото. Давайте еще вот так поставим здесь. Погнали, погнали. Че, 14-я волна, предпоследняя, ребятки, идет волна у нас. Фу, ну и бой. Вы чувствуете, да, это вот прям напряжение растет. Напряжение, напряжение. В 220 вольт. Так, кого будем мапать? Я бы апнул, конечно, вот этих ребят, да, естественно, вот так. Он ауру все-таки дает на 20 и на 15 критикал шанс. Очень хорошо, по-моему. Давайте тоже возьмем огненные стрелы, они тоже очень хороши. Хороший урон у него, у мага. О, матка идет, да? Пиу! Смотрите, он просто раз шмакнул, практически разнес ее. Последняя волна, ребят, последняя волна. 250 возьмем. Так, денег у нас не так много. Понадеемся, что справимся. Огненный дождь!
Еще огненное хочу кольцо. Было бы нормально. Крона, не пускайте! Ну вообще их очень много. Вот этих вот. Они больше всего меня раздражают. Так, тут тоже надо архимага поставить. Давай 300, отлично. Так, тетку уже можем заказать. Пускай выходит. Сдерживай там потихоньку вот этих типов. Она довольно сильная. Ну, вообще мы как бы легко справляемся. Пока вроде как. Не знаю даже, что еще апнуть. Ну, в принципе, вообще у нас все хорошо. Ну, давайте, ладно, будем апать уж тогда. И тут тоже архимага поставим. И тут архимага, ну, тут нам не хватает. Вот сейчас хватает нам на улучшенное. Не лезь! Немножко апнул вот здесь, наверное, вот в этой области. Но всякое может быть, вдруг прорвутся. А мы тут прикроемся. Посмотрите, какая она толстая. А ее просто пробить не могут. Ее паук не загрызает. Она вообще практически на фул хп от него уходит. Смотрите, он всех смерть захватил и сюда вот унес, получается, да? До 5 целей, получается, он может захватывать и уносить. Прикольно. Сейчас зарядит, наверное, да? Заряжай, нет? Не зарядишь? Он так прикольно заряжает этот бур, а потом буром бьет. Отлично, мы справились, ребята. Мы справились на 3 звезды, кстати. Мы молодцы, по-моему, очень даже. Тарзан, что-то там, что-то с Тарзаном было связано, ачивмент дали. Фу, блин, ну это пипец, очень много врагов, достаточно, особенно пауки вот эти, рождающие мелких, мелкую вот эту всякую пакость, это же вообще капец. Давайте посмотрим, что нам можно крону еще прокачать. Неплохо, кстати, вот эти заходят, прям вообще отлично, я бы даже сказал. Давайте, пускай они почаще выбегают, они нормально, они и станут, считайте, и у них... Урон есть кое-какой. Какой-никакой, я бы так сказал. А потом уже будем качать что-то другое. Но я не знаю, конечно, стоит ли его качать. Он такой тоже своеобразный боец. Боец. Посмотрим, давайте, что здесь. Тут мы можем качнуть некоторые особенности наших уже способностей. Я бы вот, наверное, покачал бы, кстати, ребят. Тут, конечно, все хорошо, да. Вот дают, наверняка, разные плюшечки, да. Специально перезаряжает, походу, да, редукц. Специальные абилити, специальные, ну, абилки, да, наши перезаряжает. Вот это наши, походу, вот этого магов, которые там вихрь кидать и так далее, и тому подобное. Ну, типа, быстрее они откатываются. Ну, что-то в этом духе. Я думаю, просто вот абилки, потому что мы им пользуемся почаще, да, вот вроде как бы. Они нам всегда нужны, и я считаю, что надо потратить на вот этих типов, они тоже хорошо заходят. Я ими постоянно пользуюсь, их надо прокачивать, это 100%. А потом уже зданиями заниматься. Так, ну что, мы в принципе-то справились хорошо, все нормально прошло. На серию, я думаю, хватит, ребят. А следующую миссию можем посмотреть в следующий раз. Довольно неплохо справились, кстати, на 3 звезды, вообще суперски. Даже здесь не смогли на 3, а тут на 3 прошли. Вообще крутотенушка, крутотинская. Не забывайте, если вам понравилось, да, не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. С вами был Станислав, всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока.